Если вы хоть раз покупали посуду, то наверняка сталкивались с проблемой, как удалить этикетку. Ведь часто клей настолько хорошо въедается, что убрать его быстро бывает довольно сложно. Однако возможно. Как? Мы расскажем. Для начала можно просто воспользоваться специальным средством для этих целей. Одна из последних новинок – очиститель наклеек из Японии. Отлично подходит как для стеклянной, так и для пластмассовой посуды, где гелеобразный состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки клея. При этом обладает приятным ароматом. Также при решении данной проблемы стоит обратить внимание на проникающую смазку для машин. Автомобилисты применяют ее для защиты деталей от ржавчины, отталкивания влаги и многом другом. Однако современные домохозяйки эффективно используют и в быту. С помощью специальной трубочки химический состав содержимого удобно наносить на место загрязнения, в результате чего этикетка размягчается и без труда снимается. Когда же времени идти в магазин совсем нет, то можно обратиться и к подручным средствам и избавиться от наклейки, например, при помощи фена. Для этого мощность прибора следует установить на минимальную отметку и направить струю воздуха на стикер. Спустя некоторое время слой клея разогреется, и наклейку можно будет без труда поддеть пластиковой картой. Говоря о распространенных средствах очистки разных поверхностей, нельзя обойти стороной школьный ластик. Он способен медленно, но верно снимать застарелые следы от наклеек с гладких поверхностей, не оставляя царапин. Как вы можете заметить, все очень просто и легко. Не займет много вашего времени и усилий. Польза очевидна. Поэтому применяйте теперь всю полученную информацию в жизни.